Третья серия Москва-Кемерово. Продолжаем движение. Идет строительство дороги, поэтому участок немного сужен для проезжей части. Но надеемся, когда этот вопрос будет полностью закрыт. Да, последние годы идет какой-то бум строительный дорожного строительства в России. Это так. Это радар-детектор предупреждает. И впереди мобильный пост ОПС. Ограничение 60. Дублирует. Впереди мобильный пост ОПС. Видеоредактор, видеорегистратор. Впереди мобильный пост ОПС. Ограничение 60. Замучает она. Вот отбойники шума. Потому что на самом деле жить в домах вблизи трассы, ну, наверное, невыносимо. Всю ночь, весь день. Ну, днем-то еще, например, не очень заметно, не очень слышно. А вот ночью, конечно. Постепенно трасса приобретает вид, который устраивает и водителей, и жителей близлежащих домов. Переходы надземные, светофоры. Я говорю, в планах было у меня проехать Нижний Новгород и остановиться на ночевку, но ладно, о грустном потом. Достаточно развитая инфраструктура, я имею в виду и магазины, и заправки, и места для отдыха вдоль трассы. Все это только способствует комфорту при движении, ну и вообще цивилизации. Такое ощущение, как будто едешь по коридору какому-то. Ну вот ремонт, строительство дороги вроде бы закончился, но вот временные знаки почему-то не убрали. Может быть, впереди какие-то проблемы.
Да нет, не видно. Ну, останавливаемся в основном на светофорах. Ограничение 60. И радар-детектор подтверждает, что работает. Это обсуждается тема. Вот так вот. Это дальнобойщики обсуждают то, что снова разрешили мобильным экипажам ДПС останавливать автомобили. Ну, я же говорю, как по принципу. Храм, бассейн. Бассейн, храм. Ну, разговор дальнобойщиков будет более четко и громко слышно, когда буду размещать видео на аккаунте Видеодорог 2. Я там практически не буду вмешиваться извне к шуму. К шуму в салоне, разговоры и так далее, и так далее. Всегда стараюсь держаться средней или крайней правой полосы, чтобы не мешать торопыгам, те, кто спешит. Тем, кто спешит, уступаю дорогу. Вот хорошее, кстати, изобретение – это полосы для пробуждения, когда проезжаешь и машину трясти начинает. Но это в случае, если водитель начинает вырубаться и его тянет в сон, вот эти вот полосы перпендикулярные встряхивают автомобиль, и человек очень быстро уходит ото сна. Вот как. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Но, к сожалению, впереди на этом видео я не могу уже удалить вот эти 90. Сообщения видеокамеры, видеорегистратора. Но в последующей серии, помню, я отказался от многократного повторения.
Движение спокойное, достаточно интенсивное. Ну вот начинается пробочка практически на пустом месте. По всей вероятности, сейчас уже не могу вспомнить, вроде бы стоит светофор, который регулирует. Ну, посмотрим, не помню уже, скажу честно. Вот много времени отнимают вот эти вот затруднения, что ли, толкучка. Вот сколько помню вот на этом участке, сколько помню себя, вот постоянно такие затруднения. Ну, себя настроил уже на такой ритм движения, поэтому стою, не дергаюсь. Немножко перспективу надо будет открыть, я имею в виду для съемки. Встать где-нибудь за маленькой машинкой, чтобы не читать вот эту информацию на форах. Ну, надеюсь, что следующий год до Владимира можно будет проехать без проблем, я имею в виду, без этих стояний, без этой толкучки. Ну вот слышите, на Газпроме куплю топливо. Кто это, водитель продает? Дальнобойщик или работники заправки? Если работники заправки, то стоит на таких заправках заправляться. Потому что это контрафакт, он сводит на нет всю брендовость. И гарантии качества нет. Одно дело, если водитель одного больших грузов продает другому сэкономленное или неизрасходованное топливо. Многие едут по обочине. Ладно бы они ехали по обочине и сворачивали направо.
Но они ж потом втискиваются вот в левые ряды. Это, конечно, раздражает. Особенно это будет заметно. Я сейчас не помню, был включен видеорегистратор за Нижним, где 15-километровая пробка. Там очень долго стояли, дожидались своего проезда. Но скоро наладится движение и будет более весело. Ну вот во Владимир я заезжать не буду, не стал, поеду по объездной, потому что можно во Владимире тоже обрюхаться в пробке. Но даже на обводной дороге Владимира видно, сколько автомобилей скопилось. Ну, нужно отдать должное, полотно дороги в надлежащем виде. Полотно дороги очень хорошее. Ну, потерпим годик, сколько времени. Надеюсь, за это время водители, не водители, а строители, дорожники решат все проблемы дорожные. Я заезжал, по-моему, только в Новосибирск. Сейчас уже не могу точно вспомнить. А так, практически все города я проходил по объездной, по обводной дороге. Ну, было бы время, будет время, дай бог, то проеду как-нибудь через города, ну, показать дороги в городе, показать архитектуру, чтобы вы имели представление, какое это представление, самое скудное хотя бы о городе. Кстати, большие грузы, многие на трассе останавливаются на отдых, зная, что впереди там пробка, затруднение. Ну, по радио сообщают партнеры, поэтому они, чтобы не стоять в пробке, и если чувствуют какую-то, наверное, усталость, то предпочитают переждать вот этот коллапс, отдохнув на трассе.
Ну, затруднения непостоянные, там тоже возникает, есть свой час пик. Сейчас сколько времени, посмотрим. Ну вот 4:30. Это вот время, примерно, когда начинаются пробки. Радар-детектор попискивает. Я просто считаю, иметь радар-детектор, ну, просто необходим. Он как дублер, как партнер видеорегистратора, который предупреждает также в реальном времени. Он реагирует не на какую-то базу данных, а на реальное излучение, на реальный радар. Значит, или камера стоит, или фотофиксация. Видеорегистратор может об этом не сказать, потому что вот эти вот радары, они мобильные, их могут в любой момент перенести в другое место. Так что это бесполезное занятие по видеорегистратору определять вот конкретно. Не во всех случаях, но в определенных случаях. В определенных ситуациях. День постепенно приближается к вечеру. И вот уже начинаешь в это время задумываться о месте, где остановиться на ночевку, на привал. Как вот можно было просчитать? Хорошая функция, вот предупреждение о скоростном режиме. Даже если поста ГАИ нет, то контролировать скорость на трассе очень важно. Хорошая объездная дорога мимо Владимира. Как-то давно я через Владимир ездил, но потом отдал предпочтение от объездной дороги. Стараюсь иногда обгонять большие грузы, если вижу, что впереди есть свободное место, чтобы вести съемку не борта, а какую-то панораму, какую-то перспективу. И без нужды стараюсь не прижиматься к впереди идущим автомобилям, имею в виду большие грузы.
кроме того, что снимаю дорожное полотно и инфраструктуру, хотелось бы и показывать ландшафт, окружающую природу. То есть убить сразу двух зайцев. Те, кто, например, не за рулем, а просто любуются природой, чтобы они могли видеть панораму такую живую. Не всегда это удается, но, по крайней мере, стараюсь. Ну, а обгонять, я уже неоднократно говорил, всех не обгонишь. Обогнав какую-то колонну, проходит немного времени, ты упираешься в хвост впереди идущей колонны. Поэтому, если есть возможность, стараюсь придерживать автомобиль, чтобы ехать на более-менее приемлемой дистанции от впереди идущего. Ну и я все-таки считаю, что в очередной раз, наверное, скажу, что очень важно каждый автомобиль обеспечить вот таким прибором, который бы предупреждал, вернее, информировал о самой трассе, где какой знак стоит, где какой скоростной режим, чтобы это было в помощь водителю. А сейчас просто вот идет как бы такая конфронтация между водителями и ГИБДД. Одни пытаются поймать на нарушении, другие пытаются как-то уйти от этих нарушений. Но самый оптимальный режим, я считаю, это 90 километров, 80-90. Это самый экономичный, когда расход бензина минимальный и в то же время скорость близкая к средней скорости по трассе. Ну вот сколько проехали от Москвы, полотно дороги хорошее и очень хорошее. Вот сейчас навигатор не совсем корректно подсказал. Не совсем корректно подсказал маневр. Место разворота. Ну, нужно было бы, наверное, навигатору забить программу, что место разворота. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости.
вас ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Какая-то грустная обстановка на дороге. Ничего вроде бы ярко об этом не говорит, но от приближения осени оно вот как-то сразу же чувствуется. Не потому, что пасмурная погода, трудно объяснить. Хотя на деревьях ни одного желтого листочка, ничего этого пока нет. Сейчас двигаемся в сторону Нижнего Новгорода. Ну вот смотри, что вот эти дальнобои, ё-моё, вытворяют иногда. Или он хотел подстегнуть меня, включил левый поворот. Не знаю, попадет это, совпадет с картинкой или нет. Небольшая обочина, разделительный отбойник между встречными движениями. Вполне комфортно. Вялое общение дальнобойщиков. Ну, не очень активное, скажем так. Ну, конец рабочего дня. Уже многие уставшие. Просто вспоминаю момент, когда ехал через Тюменскую область. Участок. Ну, бердюшка так называемая, 19 километров, дорога была в пух и прах, разбита, огромные колдобины, ямы, ну, просто смерть, а не дорога. Многие дальнобойщики там и мосты выворачивали, и были серьезные проблемы. Вот там было интересное общение в эфире. Такая активная дискуссия. Такая, говорю, активная дискуссия, что даже вот эти парламентарии бы позавидовали той активности. Ну, дорогу сейчас сделали. Дорогу сделали, и эта тема отпала. Нужно будет как-нибудь проехать через Бердюшку. Первоначально у меня были намерения проехать от Кургана через Бердюжье в сторону Омска. Но там возникли обстоятельства, что планы пришлось немножко поменять. Снова проехал через Заводоуковск, Яуторск,
Ялатово-Торск. Никак не могу эти названия запомнить в Тюменской области. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Если смотрели видео, Москва. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Москва. Томск. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Вот как раз в том месте, где была гроза, молния, все вот это вот сверкало. Вот по этой дороге снова проехал. Ялауторск. Ялауторск. Заводоуковск. Вот такие интересные названия. Или Заводоуковск. Не знаю, ударение, как правильно произносить. Поэтому не берусь на себя брать такую ответственность правильно произнести название городов. Однажды ехал в поезде Владивосток-Москва, возвращался, и со мной в поезде ехали, по-моему, из Улан-Удэ были женщины, и вот они разговаривали, как-то я подключился к разговору и говорю, что необычайно красивая и очень привлекательная для рыбаков это река Селинга. Селинга. Они так смотрят на меня удивленно. А где это, говорит, у нас такая река Селинга? Ну как, говорю, вот Улан-Удэ прямо на берегу этой реки. Это, говорит, не Селинга, это Селинга. Поставили меня в такое неудобное положение. Я извинился. Селинга. Очень красивая река, она впадает в Байкал. Я вот посмотрел там на гладь, на поверхность, на гладь реки. Ну, просто сказка какая-то. Для рыбаков это просто рай. Такое желание было посидеть там с удочкой. Я не любитель на сети, какие-то браконьерские снасти. Для меня удочка, спиннинг, все. Других видов снастей я не признаю. И вот для рыбаков там просто рай. Если бы в России были бы все вот такие дороги и развитая инфраструктура, то я убежден, что очень большая доля людей, туристов, отказались бы от поездок в Турцию, там какие-то другие места, а вот именно отправились бы в автопутешествие, в автотуризм, рассчитать примерные места, где останавливаться на привал, я имею в виду мотели, что были комфортные. Ну, я думаю, отдых был бы просто незабываем. Представляете, проехать всю Россию от Мурманска до Владивостока, например, или до Магадана. Красивейшие места вот в Якутии, дальше Якутска я не ездил, правда, но убежден, что от Якутска до Магадана там, по-моему, 2200 или 2300 километров. Это просто непередаваемой красоты места. Просто интуитивно это чувствую, потому что движение там очень слабое, я имею в виду, очень мало людей там ездит. Ну, относительно, конечно, мало. Жители Магадана, Якутска, они как-то, наверное, вот передвигаются по этой дороге. Но места, вот, про Якутск скажу, места про Якутию, просто Саха-Якутия, места просто
восхитительные, волшебной красоты. Ну, это я шел с большим превышением, и поэтому включилась сирена. Там превышение, по-моему, на 20 километров от разрешимой включается вот эта сирена. Это навигатор предупреждает. Сейчас радар, видеорегистратор предупредит. Что-то молчит девушка. Так, это закончилось обрабатываться вторая серия. Пока обрабатывалась вторая серия, я наговаривал комментарий на третью серию. Так, ладно, остановим пока комментарии. Сейчас начну заливать на YouTube. Так. Еду не спеша. Так, что-то... Кратковременные остановки, они вызваны тем, что проблемы с питанием навигатора. От того, что, видать, долго не пользовался вот навигационными системами, всеми этими своими причиндалами, приборами, они постепенно вот начинают о себе заявлять. Усталость у них возникает или еще что. Ох ты, Господи. Так, ну я не знаю, на логин он мне присылает
сообщение, все никак не дождется второй серии. Я ответил, что вторая серия была на обработке, сейчас заливаю в интернет. Ну а как сейчас сказать, загружаю что ли, размещаю, не знаю. А что значит заливаю? Ну вот заливаю, значит заливаю. Реклама очень полезная вещь. На 15-м канале возникают различные ситуации, когда необходима какая-то помощь, или магазин, или еще что-нибудь. И по радио можно узнать практически любую информацию. Да что такое? Сообщение за сообщением. Что значит заливаю? Все никак человек не может понять. Пишу, загружаю. Так, двигаемся не спеша в сторону Нижнего Новгорода. Как сейчас помню, намерение проехать Нижний. От него не отказался. Но немножко не рассчитал. Поэтому заночевал на трассе до Нижнего. Кстати, захватил немножко сумрачное темное время. Можно будет оценить работу видеорегистратора в темное время суток. Поляризованный фильтр стоит. Самому интересно посмотреть, какой будет эффект от этого фильтра. Так, загружено 78%. Осталось времени примерно 8 минут. 79% уже. Чтобы видео появилось в интернете. Ну, чем ближе к Нижнему, тем выше интенсивность движения. Ну, до Нижнего еще не близко, порядка, наверное, 100 километров.
Конечно, если погода была бы небо ясное, темнеет. Еще не слишком рано, можно было бы ехать. Ну ладно, что я забегаю вперед-то. Кстати, фильтр поляризационный никак не влияет на освещенность. Освещенность прежняя, что с фильтром, что без, но лучи она обрезает, по-моему, и обрезает неплохо. То есть ослепление не происходит. Не нарадуюсь на полотно дороги. Четкая разметка. Отбойники. Ну вот я не помню, проезжал какой регион. Там на отбойниках стоят светоотражатели. Ночью, когда едешь в темное время суток, вот эти светоотражатели четко показывают. Такая полоса из красных огней с правой стороны вдоль дороги или с левой стороны, я не помню. Ну, в общем, светоотражатели, они здорово. Украшают дорогу. Не только украшают, это не главная функция. А то, что обозначают вот опасный участок, опасный бордюр. Впереди город, ограничение 60. Впереди город, ограничение 60. Впереди город, ограничение 60. Вот при подъезде к Нижнему Новгороду две полосы движения. Так вот, выше грузом по левой полосе запрещено движение. Там движение только для легковых автомобилей. Ну что, видео. Вторая серия полностью загружена. Полностью загружена. Сейчас модератор, не знаю, там переобработает его, и оно станет доступно для всех.
сколько серий будет, пока сказать не могу. Нужно считать время. Ну вот пытаюсь обойти очередную фуру, чтобы снять, чтобы выбрать более выгодный ракурс для съемки. Обогнал и сразу потихоньку начинаю снижать скорость. Что-то незаметно по спидометру, чтобы снижал. Ну вот у меня было около сотни километров в час. Это ребята обмениваются информацией о заторах на дороге. Но такие фильмы, мне кажется, более комфортно смотреть в зимнее время, когда на улице снег, холодрыга. Когда холод уже достал и охота немножко тепла, вот посмотреть, что... Впереди город, ограничение 60. Наступит опять теплое время. Опять будет весна, лето. На торпеду в автомобиле, если видно, положил ткань, которая задерживает отражение на лобовом стекле. Насколько это эффектно, насколько это полезно, я убедился в последующие дни. Потому что однажды, какой-то день, не помню, я убрал эту ткань, и сразу на видео появилось как отражение. То есть фильтром это хорошо, он поглощает какую-то часть отраженного света, но надо принимать и вот такие колхозные меры. Ну вот правая сторона, это для грузовых автомобилей, ну а левая сторона для легковых.
Вот в полном видео я, по-моему, отметил то место, где был снят широко известный ролик «Каскадер за рулем». Как раз проезжая. Как раз проезжая этот переезд, я об этом сказал. Ролик называется «Каскадер за рулем». У меня в плейлистах он есть. Его у меня уже, наверное, скопировали больше сотни раз. Я его встречал на других ресурсах. И на некоторых ресурсах он набрал просмотров больше, чем у меня. Вот. Его неоднократно показывали по телевизору. Но, слава богу, больше таких экстремальных кадров я больше не наблюдал. Вообще нужно будет подумать, наверное, видео ускорять не в 2, а в 3, может быть, в 4 раза. То есть ускорить, например, в 4 раза, чтобы автотуристы могли ознакомиться с инфраструктурой и состоянием дорожного полотна. Им-то ну что, вот, любоваться пейзажем, они сами это могут потом в реальности на все на это посмотреть. Но для любителей просто посмотреть на природу России, вот хотя бы из окна автомобиля, для них без ускорения, просто вот в реальном режиме размещать. Это и быстрее было бы, наверное, более эффективно. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 90. 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 Очень приятно. Не, ну в салоне автомобиля, конечно, ее слышно гораздо слабее. Вот. Все понять, разобрать, конечно, можно. Достаточно хорошо слышно, но не так вот резко, как на видео звучит. Ты машину мне принес. И штаны иди одень, потом с тобой поиграем в машинки. Ладно? Ну положи на кроватку. Нет, это моя игрушка, да? Нет, это моя. Хорошо. Иди одевай штаны. Видишь, что это такое? Что это такое? Дорога. Тесины. Во, поехали. Да? Это будет видео тесины. Кто это едет?
грузовик. Кто в машине едет? Дядя. Дядя едет в машине? Да. Или деда? Дядя. Хорошо. Давай штаны иди одевай. Это мой главком приходил. Нет, нет, я не тебе это. Кто это? Это ты главком. Главком? Главком, да. Главком? 3 годика, малышу. Скоро будет 3 годика главнокомандующему. Очень много машинок у него, игрушек детских. Будущий водитель. Так, ну а мы продолжаем двигаться в сторону Нижнего Новгорода. Трасса М7. Ну, ремонт дороги, значит, две полосы в стадии ремонта. Движение организовано по одной полосе. То есть ну, на картинке видно, короче. Во многих местах наблюдал то, что вырубленная лесополоса вдоль трассы, то есть готовится к расширению дороги. Так, какой-то торопыга опять пишет. Так, человек интересуется. Мурманск, Москва. 9-я серия будет когда-то? Будет, будет. Я вот закончу размещать. Закончу размещать видео Москва Кемерово. И тогда закончу Мурманск, Вологда, Москва. И потом уже буду там размещать видео без ускорения.